На оптовых рынках нехватки фруктов не видно. Турецкие, израильские, марокканские. А вот, например, партия из Китая. Вкусная, на них так и написано. Сладкий, мандарины. Святое место пусто не бывает. Падение поставок из Абхазии компенсировали турки. Примерно на 30% объем увеличился. И уже вот по состоянию на сегодня, в целом по году, мы видим, что это более 40 тысяч тонн мандаринов, которые привезли из Турции. Объемы те же, а значит и цены прошлогодние. В опте от 55 до 100 рублей за кило. Самые дорогие те, которых поменьше, абхазские. И этого достаточно, чтобы мини-мандарины, которые за МКАДом продают как китайские, в центре города вдруг стали кавказскими.